travel is searching, and home has been found. I'm not stopping. До боя 10 дней, сегодня вот спаррингуем, и завтрашнего дня уже начну больше работать с гонкой веса и вот такими. Одна тренировка тактическая, отработка и все. Я чувствую себя отлично, подошел без травм, подготовка прошла хорошо, как всегда, хороший спарринг партнера, хорошее питание, хороший диетолог. Тренера четко дозируют нагрузки. Тренера, профессионал, свое дело полностью доверяю им на вопросе. Если они видят, что я чересчур загнался, чересчур устал, говорят, завтра ты отдыхаешь. Не спрашивай, говорят, завтра у тебя отдых. Все, я отдохнул, пошел, начинаю дальше пахать. Ну и они постоянно друг с другом на связи. Они знают, допустим, сегодня я грузился, а завтра они больше мне технику дадут. И все, завтра будет техника, послезавтра там я. Техника, тактика. Мы сначала разогреемся, то есть сейчас вот парни выполняют основную разминку, дальше немножко работ на лапах, то есть мы пройдем полный цикл того, что, ну, как это будет в бою. Обычно на арену мы приезжаем на арену, Руслан делает, ну, либо кто-то из бойцов делает основную разминку, там прогревается по-хорошему, ему тейпируют руки, в данном случае он забинтуется, и мы уже будем работать, как бы, проработаем на лапах последние такие штрихи перед боем, и уже дальше сам бой. У нас титульный бой, у нас 5 раундов по 5, но мы всегда забегаем чуть больше, мы будем делать 6 раундов по 5 минут, типа с отдыхом, ну, на один раунд больше, чем нам нужно будет, то есть вот, все такое. Смысл еще в чем заключается основной, в том, то, что у него будет 3 разных спарринг-партнера на 2 раунда, каждый новый партнер будет на глазах. Непосредственно его, так сказать, мешок для битья. Спарринг-партнер. Спарринг-партнер, да, так точно. И, ну как, полный непосредственно, я как бы отрабатывает на мне, работаю по заданиям. И вот, собственно, я как бы сам готовился, у меня был лагерь полный, и Руслан тоже уже готовился в этот момент. И получается, что вот вместе начали. Я вот, ну, грубо говоря, не отдыхаю после боя, сразу подготовку Руслана. Потому что нет времени отдыхать, нужно тренироваться, расти вместе. Сам после боя тебе не тяжело сразу начинать тебе помогать товарищу? Ничего страшного, ради товарища по команде можно и немножко пожертвовать отдыхом. Такая, наверное, банальная фраза, но это один из лучших лагерей, потому что у нас
лагерь сам по себе это именно способ какие-то выработать новые навыки. Это даже не столько подготовка конкретного оппонента, потому что очень часто бывает короткое уведомление и так далее. Поэтому каждый лагерь это именно конкретные навыки. Вот я могу сказать, что мы с Русланом в этом лагере сосредоточились над развитием, улучшением общей координации. Мы больше работали, скажем так, в унилатеральном режиме в силовых тренировках, то есть на одной ноге, чтобы немножко стабилизировать там правую и левую сторону. Левая стойка, она подразумевает, что ты закручен в одну сторону, у тебя всегда есть ведущая рука, ведущая нога. Но чтобы раскрутиться обратно, получить новую адаптацию, очень актуально работать на одной ноге в силовом режиме. Там. То же самое прыжки, там плиометрический блок. Увеличили объемы ног, поскольку это просто, скажем так, и влияет положительно и на ОФП, и на СФП. Ноги требуют очень хорошей силовой подготовки. Если ты не базовый кикбоксер, если ты не базовый ударник такой, ну скажем, ну, высокого класса, там, как минимум, СМК, удары ногами очень энергозатратны. Потом мы знаем, что в ММА серьезная специфика, связанная с дистанцией и с вообще развитием ударов ногами, поскольку чреватые прихваты и так далее. То есть мы не можем взять двигательные программы, скажем там, руки от бокса, ноги от тэквондо или от тая, вольную борьбу, стойкий грэплинг или джиу-джитсу в паттере и все это совместить. Везде будет определенный двигательный паттерн, который будет накладываться на другой, и он будет мешать. Поэтому наша задача, она, скажем такой, сделать какой-то синтетический сбор, именно опирающийся на индивидуальные антропометрические особенности и сильные стороны спортсмена. Вот мы как бы вот втроем пытаемся в диалоге находясь, то есть у нас нет такого, что у нас, скажем, спортсмен на какое-то время переходит к тренеру, с ним работает, и нет контроля, нет понимания, что там происходит. Мы всегда в курсе. И у нас достаточно за эти уже 5 лет совместной работы, наверное, такая какая-то симбиотическая связь между всеми. И мы хорошо понимаем, кто что делает, и мы можем здесь регулировать, в том числе и силовые объемы. То есть у нас, если есть у нас, допустим, дополнительная функциональная подготовка, она четко, совершенно коррелирует с общими тактико-техническими объемами, которые спортсмен выполняет. Не было какого-то наложения, перегрузки и так далее. Были, да? Ты же видел то, что ты начинал? Если бы еще мы жестче лифтовали, немножко сдерживаешь. Да. Ты зашел, тук-тук, и вот так вот отвалился назад. Опять зашел, и опять отвалился. Зачем это? Давление. Все, ты там вообще чего угодно можешь делать. И ты там все видишь. Синоционный царь. И гетоз дыхнул, ты там тык-тык-тык его туда, бах, бах по кишке, бах, лоб туда, бах, бах. Тут и болтал, нормально. Где вот такая серия по корпусу, но в третьем раунде, например, там в четвертом, да? Ну так просто, да? Тянемся, делаем работу на концентрацию, интегрируем это в наш спорт. И мне кажется, что это работает. В молодом поколении перейти до конца, не слушать никого, практически никого. Ну и уметь разбираться в людях, научиться разбираться в людях и понимать, что с тобой рядом нужен человек, и которого ты можешь слушать, которого ты можешь слушать советы. А так в основном все говорят, что кто-то говорит, что не получится, кто-то говорит из-за зависти, кто-то из-за своей внутренней ущербности. Вот. А позитивные люди, настоящие, добрые, они, я думаю, всегда тебя поддержат, скажут, что у тебя все получится. Вот. И идти до конца и не думать о неудачах. День, два, месяц, год, все это преодолеть. И когда будет успех. Когда мы что-то тянем, мы определенные усилия вырабатываем. Определенные усилия — это сразу внимание к этому усилию. Вот я сейчас это делаю. Мы вот стараемся, когда это в режиме такой заминки делать, без ощущений, чтобы не было напряжения. Вот принял положение, пошло напряжение, все, меняем положение. То есть работает только на расслаблении. А то, что Руслан говорит, вот с деконцентрацией внимания, ну это метод такой определенный, есть такое направление, там психоанетика называется. Вот мы в экстремальную деятельность, как бы в одну из видов, там есть большой опыт в работе с дайверами в этой системе, вот мы интегрируем в наш спорт.
поскольку нам нужно распределять внимание. Мы не можем быть ограничены и привязаны к какому-то техническому действию. Если, допустим, у оппонента есть сильное какое-то атакующее действие, если наше внимание будет сковано этим действием, мы не сможем раскрыть свой потенциал полностью. Мы будем уже ограничены этим вниманием. Нам нужно распределить внимание вот по всем возможным вариантам. Если ты постоянно вот опять же думаешь о каком-то ударе, что тебя ударит, пускай ты даже не телом закрепощен, но ты в голове закрепощен, а из-за этого тоже у тебя ритм дыхания открывается, и ты встаешь на посреди. А когда тебя ситуация под контролем, и ты спокойно дышишь, все видишь, из этого состояния ты все видишь, так бы я сказал. А когда ты скрепощен, то из-за твоего состояния больше всего у меня сбывается дыхание именно тогда, когда я, бывает, чуть-чуть теряюсь и закрепощаюсь. Начинаешь дышать, и из-за этого нарушается ритм, и устаешь быстро. А когда ты расслаблен, как раз перекрылся, опять спокойно дышишь. Где-то взорвался, опять спокойно дышишь. Вот это вот. Основные три правила – это быть искренним во всем. И в первую очередь самим собой, в первую очередь, вот. Второе, мужество, вот. И третье, доброта. Доброта для добрых людей, для хороших людей. В принципе, и плохим людям тоже нужно давать доброту, но не тем, кто этим пользуется, я бы так сказал. Сегодня придет тренер по вольной борьбе, Свен. Сегодня мы отработаем тренировку по вольной, на технику уже больше, часик, полтора. И далее будем заниматься с Дмитрием Алферьевым. Вот там физподготовка, какие-то уже штрихи там небольшие. И уже на легкие тренировки переходим. Вчера были заключающие спарринги, там тяжелая работа. Сейчас уже надо давать организму восстанавливаться перед боем. Оль, привет. Да, все отлично. Вчера были спарринги заключающие. Сегодня вес 93 составляет. Уже, наверное, мне столько сил на тренировку не нужно, как вчера, поэтому такие они будут легенькие. Мы тогда урезаем 10% от колоража и убираем с кабета, сокращаем углеводы. Угу. Я тебе сейчас все поправочки пришлю. И еще нам нужно будет повторить курс Гипомерса и Лисифлана. А Лисифлан я до сих пор пью. Еще. Я там купил 7 флаконов или сколько? Сколько ты мне там написала. У меня еще где-то 3 флакона осталось. Супер. Также по 15 мл 3 раза в день, да? Да, хорошо. А Гипомерс я тогда еще докуплю.
Чего? Аптеки. Закажу. Хорошо, хорошо. Так, ну в целом чувствую себя отлично. Все хорошо. Самочувствие как? Все отлично. Самочувствие отлично. Заряжен, да. Вот осталось. Самое тяжелое. Вот. Ну, все, Оль, хорошо. Спасибо, тогда на связи. Давай, наберемся. Все, счастливо. Ну, перед тренировками обычно у меня, как я встаю, в 9 завтракаю. То есть у меня каша, либо гречневые хлопья, либо хлопья из полбы. Вот, потом жиры, орехи, либо паста арахисовая. Вот. Там немножко белка, несколько яиц. Ну, белков именно. Вот. Я прихожу в зал, к 11 тренируюсь. Там же отдыхаю, час-два. Вот. Первая тренировка у нас тяжелее, либо вторая. Поэтому, ну, успеваю восстанавливаться. Так как тут город большой, и чтобы час, ну, чтобы не ездить туда-обратно, мне это все намного времени занимает. Поэтому я остаюсь в зале. Вот. Между тренировками я там перекусываю. Выпиваю протеиновый коктейль, съедаю опять немножко орехов, банан, ну, либо яблоко, что-то из фруктов, вот, тренируюсь вторую, потом прихожу домой, ну, у меня опять какие-нибудь крупы, либо макароны из твердых сортов, цельнозерновые, вот, и опять же белок, там, индейка, курица, так, и на ужин у меня уже углеводов нет, только белок. Там либо рыба, либо опять индейка, курица, что-то какое-либо мясо. Во время тренировок я беру с собой БЦАшки. Ну да, так по между тренировок я вот говорю, что протеиновый коктейль выпиваю и ну, что-то из фруктов и орехи. Я уже работаю с ним где-то уже больше года, год и несколько месяцев. То есть и мне все нравится, она прям ведет. Прям все четко и следит за здоровьем, вообще ничего лишнего. Постоянно анализы сдаю. В принципе, овощи всегда идут. На обед, на ужин. Ну, на завтрак там каша. Гречневая крупа и белок яичный. И чуть-чуть форели слабосоленой рыбы. Вот. И сейчас поеду на тренировку. И, ну, в частности, мне самому бывает в удовольствие что-то приготовить. Единственное, самое тяжелое, наверное, когда ты вот пришел после тренировок домой. Но тогда охота лечь, поваляться, ну, полчасика, часик. Вот. Вот это, в это время не очень охота готовиться. А так, в принципе, я сам готовить люблю. Но, возможно, когда я выйду на какие-то там на очень большие гонорары, там буду нанимать уже нутрициолога и повара, брать с собой в команду. Но это уже другая история. Положительный крючок включается. И ты разворачиваешься еще, потому что ты свою руку освободил. Лежат. Сейчас в основном работаем над защитой, вообще с всех положений, но в основном от проходов две ноги, вот, и, ну, плюс пробарывание там, ну, хорошо джиу-джитсу добавляет к вольной, поэтому проблем никаких не вижу здесь. Ну и очень много сегодня поработаем у стены тоже, у клетки, вот, надо будет повыходить из положений опасных, защита от прохода в ноги, плюс поприжимаю его к стенке, чтобы он повыходил из положений. В принципе, делаю все четко, ошибок не допускают, поэтому я более чем доволен. Опять же, я близко здесь, можешь бедра для меня выбить, бедра выйдут, убрал их. Понял. Подошел, если подошел, выбей меня.
Да, и убери теперь сразу, что ли. Вот, да. Сегодня было не так много тренировок, но мы тренировались до этого. И ну, он очень хорошо себя показывает. Это очередной бой, очередной серьезный бой, но это не самый. Я не отношусь ни к какому бою, что это самый серьезный бой в моей карьере, потому что я не знаю, какой самый серьезный бой в моей карьере будет. Я отношусь как просто к очередному испытанию. Вот. И думаю, что постараюсь быть таким же спокойным, как вот в предыдущих моих боях. Вот уже совсем скоро, 23 июня, мы выйдем в клетку с Дауреном. Каждый покажет свои сильные стороны, и я думаю, что покажем бескомпромиссный бой, и оба будем, пойдем до конца. Спрашивал тренеров, многих спрашивал, почему вы дальше не пошли. Ну, многих спортсменов с города, ну, все какие-то что-то говорили, типа, вот у меня там семья, у меня то, у меня все. Ну, не что просто сказать, не нашел я в себе сил дальше пойти. Ну, это какие-то отмазки были, я уже тогда понимал, что какие-то отмазки, вот. По истечении времени далее я не знаю, ну, были препятствия различные, но я был к ним готов, и в общем, если ты идешь к своей цели, то надо идти до конца, даже пускай если препятствия будут длиной в полгода, в год, если ты дальше сохранишь свое рвение, то пройдешь этот путь. Тебе надоела ежедневная рутина? Чувствуешь себя не на своем месте? Чего же ты ждешь? Хватит! Пришло время изменить свою жизнь и следовать за мечтой. У тебя есть уникальная возможность изучить увлекательный мир профессии будущего. Ощути полное погружение в океан новых знаний. Превращай свои идеи в настоящее искусство. Найди свое призвание и занимайся тем, что делает тебя счастливым. Узнавай что-то новое каждый день. Учись и развивайся со своей командой и менторами. DAR University. Начни свою карьеру в IT. Прилетели в Москву. Ничего не поменялось. Давно здесь не был. Суровые пограничники, а так в целом все норм. Будем сегодня с ребятами на церемонии пресс-конференции, что, я думаю, должно быть интересно. И здесь на 4 казаха станет больше сегодня в Москве. Пресс-походы, пресс-конференция, какая-то активность совместно с Уралом FC. Ну, по списку смотрел, будут почетные гости, там, олимпийские чемпионы, знаменитые спортсмены. Ну, очень интересно, думаю, будет. Это как раз-таки вот подогрев к предстоящему нашему 23 июня в Алматы совместно с Уралом FC Найза. Урал FC совместно с Найзой делают очень крутое шоу. Мы были в Самаре, мне очень понравилось. И организация, сама арена, где проводилась, то есть и подход. Я думаю, что в этой организации большое будущее. Мы в очень хороших отношениях с Радмиром, Ленаром общаемся. И я думаю, получить какой-то определенный взаимный опыт, сделать совместными усилиями что-то такое большое, о котором будет говорить во всем СНГ. Вот такая цель. Очень хорошее событие.
хорошие имена, хороший турнир, оформление будет очень красивым. Это нестандартный турнир по ММА, где там что-то в одном потоке проходит. Нет, здесь будет очень... Здесь будет баттербол, здесь будет ударка, бои по К1, здесь будет ММА. Также там пройдут специальные выходы, мы подготовили под оркестр с национальным направлением Казахстана. Так что, я думаю, такое... Достаточно интересный ивент получится. Будет большая рубка. До конца года идем еще с 5 ивентами или 6 ивентами, насколько помню. То есть это ежемесячные ивенты. Будем делать уже уклон на гран-при. Ты здесь первый раз? Я здесь был уже 3-2 раза. Первый раз, наверное, в 90-х годах, еще в лагерь, когда сюда приезжали, Подмосковье. Второй раз в 12-м году на чемпионате мира участвовал. Вот приезжал сюда, по боевому самбо. Третий раз, это в прошлом году, мы сюда по работе приезжали. И вот сегодня четвертый раз. Ага. Ну, красивый город, шикарные улицы, шикарная история, шикарные здания. Көбірет болдым, жақсы қала, бірақ Қазақстанның астанасына Алматысына жетпейді, Шымкентке. Короче, в жизни не так, как по телевизору, да? В телевизоре какой-то хаос происходит. Здесь тишина, спокойствие. Это да. Спортом я люблю с самого начала, с детства, лыжи, слезы. У меня мама была учитель физкультуры, так что хочешь не хочешь, приходилось заниматься. Ну, по любителям как-то драться, слишком много ограничений, слишком много правил. То есть я, ну, маленьким был, когда мне там было сколько, 16 или 17 лет, я вот пытался выступать по рукопашке. Ну, где была динамовская версия, ну, где был сразу дисквалифицирован. Там и такие есть вещи, как и превышение контакта, и еще все. Ну, и после этого ушел там в тайский бокс, бои без правил. Ну, и как бы вот всю жизнь дерусь. Вячеслав. Своеобразный парень, и драться он всегда готов. На подраться в любое время. Мы тренируемся уже несколько месяцев, по 2 тренировки в день. Примерно 10-11 тренировок в неделю. Как? Готовимся к бою? Сейчас идут пиковые нагрузки. Каждая подготовка – это подготовка под определенного бойца, да? Она всегда разная, и, наверное, самый сложный для него этап – это держать вес. Ускорился, и мы еще раунд делаем. 10. Пока сигнал не зазвучит, не останавливаешься. И там лежишь дохлый в спортзале, никакой в конце тренировки. Ну, сейчас уже так, уже скачание будет. Уже по лайту уже как бы переходим на лайт режим. О, сейчас усталость такая накопилась. Все-таки уже не 20 лет, где денек отдохнул, уже свежий как огурчик.
Ну, восстанавливаюсь, я думаю, перед боем несколько дней, чтобы восстановиться, хватит. То есть, ну, идет такая работа на кардио. Сейчас уже такие жесткие пиковые нагрузки, ну, убрали. Осталась только такая легкая кардио-работа. Вообще, в принципе, весь его тренировочный процесс, это, ну, очень сложно в плане морально. Морально именно для меня. Видеть, да, как он мучается, страдает, как его тренер просто, ну, мягко говоря, убивает, да, на тренировках. Ну, жалко смотреть. Жалко его. Нагрузку Слава выдерживает. У него огромный запас и силовой, и выносливости. Поэтому проблем не будет. К сожалению, в бою не всегда слушают своих секундантов, в том числе и меня. Но мы с этим работаем, и, как показывает практика, Слава меняется. Сейчас гораздо лучше, чем, допустим, было там несколько месяцев назад. Были как бы крайние спарринги перед боем. Ну так, получил стык немножко. Сейчас самое главное не травмировать перед боями руки. Поддерживаю его морально всегда. Всегда мы с дочкой приезжаем. Слава очень разносторонний человек, но в последнее время, ну, у него кроме вот тренировок, то есть определенного другого хобби у него нету, то есть, ну, вот он сейчас прям полностью помешан в спорте и все. И куда ты еще собирался? Нет, с ума бы я с радостью, давай диету. Куда ты еще ты собирался уходить? А я что, я по уму выступал? Все, только не бокс. Я даже выиграть умудрился. Я уже через месяц буду 600 килограмм сразу и ко дну. Я промолчу. Самое главное – это терпение, верить в своего мужчину, поддерживать его, да, и вообще. Ну, я всегда дрался в боях без правил. Так что, наверное, из трех правил жизни есть одно правило – не признавать никаких правил. Заниматься здоровьем, не пить, не курить, идти в спортзал, тренироваться. Ну, у кого получается, значит, ну, делать это профессионально. У кого не получается, для себя, для здоровья, просто получать удовольствие от того, что ты находишься в спортзале, в здоровой атмосфере, а не пьешь и куришь, травишь свой организм всякой бякой.